Гюнхер, артикул 74/0, игрушечный металлический пистолет, рассчитан на стрельбу 12-зарядными пистонами. Достаточно редкий пистолет такого небольшого размера, он всего лишь 16 сантиметров длиной, но стреляет 12-зарядными пистонами, у него большой барабан. Полностью сделан из металла, и сам пистолет, и барабан открывается рычажком сбоку. Пистоны заряжаются в барабан. Закрываем и стреляем. Взвод плавный, не тяжелый. Ручка пистолета сделана из пластика. Коробка картонная. Пистоны приобретаются отдельно.